Тем, кто сейчас смотрит этот прогноз погоды, обязательно повезет. И я, Анна Камолова, расскажу, что нас ждет за окном в воскресенье 17 октября. Днем по северным районам облачно. Будет идти небольшой снег. Порывы ветра до 11 метров в секунду и минус 1 градус. Ночью минус 4. По югу республики днем ясно, 8 градусов тепла. Но порывы ветра до 9 метров в секунду. Ночью 3 градуса ниже нуля. А в столице Бурятии ясно. До плюс 7 днем, но с порывами ветра. До 11 метров в секунду. Ночью минус 4. Помните, стремиться нужно не к успеху, а к ценностям, которые он дает. Интернет-магазин «Абсолют». Доставка продуктов прямо к вам домой. Цены, как в магазине. Быстро, удобно и просто. tgabsolut-shop.ru